Если ваша стиральная машина начала прыгать, то необходимо заменить вот такие вот амортизаторы на любой модели, любой фирмы. Внутри этих амортизаторов нету сжатого воздуха и нету никакой гидравлической жидкости. Вот только такие две втулки. Работают они за счет силы трения. Здесь хорошо видно вот это место. Произошел износ внутри, и машинка начала прыгать. Хотя эти амортизаторы еще вполне себе рабочие. Но вот здесь вот износ. Это дно стиральной машины. Вот крепится один амортизатор. Вот. Там второй крепеж от него. Снимать неудобно. Это пластиковый штифт. Здесь у него фиксатор. Сам штифт разрезной. То есть вот здесь вот у него идет трещина посередине. Он может сжиматься. Все штифты разрезные. Это уже новые амортизаторы стоят. Вот, кстати, видно. Штифт разрезной. Вот. Извлекать, кстати, очень сложно. Так, лучше всего воспользоваться вот такими плоскогубцами. Вот так вот. А с той стороны необходимо нажать на фиксатор. На этот фиксатор вы нажимаете. И здесь берегите руки, вынимайте его плоскогубцами. Это модель LG, 7,5 кг. Здесь стоит два амортизатора. Бывает три. Там, где 10-14 кг, три амортизатора. Продаются комплектом. Значит, ножки обязательно фиксируйте ближе к корпусу, чтобы центр тяжести был ниже. Не надо их вытягивать, выкручивать. Вот одна ножка, вот вторая. Обязательно, чтобы ближе к корпусу, чтобы снизить центр тяжести. Когда будете вставлять штифты, то вставлять их надо только вот с этой стороны. Иначе, если вы будете вставлять вот с этой стороны, то вы извлечете втулочку, вот эту белую пластику, она будет извлекаться. Вот в эту сторону она вынимается, поэтому с этой стороны нужно вставлять штифты. Не перепутайте. Эта белая пластиковая втулочка уже изношена, но она тоже разрезная, и, соответственно, она извлекается вот в эту сторону. Поэтому отсюда надо вставлять штифт. Если будете с этой стороны штифт вставлять, то вытащите ее.